Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Саратовской области задержаны подозреваемые в хранении и избыте наркотических средств. В ходе проведения оперативных мероприятий в Волжском районе Саратова задержаны двое мужчин, подозреваемых в сбытии и хранении героина в особо крупном размере. При личном досмотре у задержанных было изъято около 15 граммов героина. На съемной квартире, в которой проживал один из подозреваемых, оперативники обнаружили более килограмма наркотических средств, которые были приготовлены для сбыта. Следственным управлением Управления МВД России по городу Саратову в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Ольга Орлова, Денис Желтов, Вести, дежурная часть, Саратов.